Официально такой статистики нет, но есть все основания полагать. Сегодня каждый второй школьник свое профессиональное будущее видит связанным с информационными технологиями. Сфера IT – одна из самых привлекательных в экономическом плане. Кроме того, именно она дает возможность расти и развиваться даже не вместе, а опережая современный мир. А потому неудивительно, что школьники одного из брестских учреждений образования на профориентационную экскурсию отправились в технопарк. Ребята познакомились с направлениями деятельности первой брестской IT-школы. Да, мы видим там продавцов. Мы видим почтальона, мы видим врача, но в целостности все равно мы не видим программиста. Как бы мы представляем, что он есть, но в целостном мы все равно его как бы не чувствуем. Мы представляем, допустим, 3D-модельера, но мы тоже его как бы не чувствуем, не видим. Где этому можно обучиться? Очень радует то, что более старшее поколение поддерживает начинание ребят. В частности, сегодня учитель информатики со своими коллегами привели группу заинтересованных ребят к нам для того, чтобы мы рассказали не только, как проходит обучение современным технологиям, но и рассказали вообще в двух словах, к сожалению, времени было немного, но как работает в целом IT-индустрия и как попасть в эту самую IT-индустрию. Ребята слушали выступающих с интересом и задавали немало вопросов. Было видно, тема увлекает юных жителей областного центра. Я считаю, что такие мероприятия нужны. Я узнал много новых программ, которые я когда-то не слышал. Я увидел людей, которые как бы в этом профессионалы, в 3D-дизайне, в разных программировании. Также мне как бы хочется здесь заниматься, и, возможно, я буду здесь заниматься. Я вижу свою жизнь, связанную с программированием. Вот. Мне очень я даже вот хочу сюда прийти заниматься в эту школу, потому что как бы даже с самого детства у меня какое-то было стремление к учиться на компьютере что-то делать. К слову, первая в Бресте школа IT работает не так давно, но уже успела заявить о себе. В настоящее время обучение здесь проходит несколько сотен человек. И руководство учебного заведения уверено, это еще не предел. Учитывая усиливающийся интерес брещан, юных и не только к данному направлению, а также тенденции современного профессионального мира. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.